Елизавета Консевич, 11 лет, город Евпатория. Сразу после рождения Лизы врачи поставили ей диагноз – ДЦП. Говорили, что девочка не сможет ходить, не будет умственно развиваться. Семья не поверила этому приговору. Было принято решение не останавливаться. И как бы тяжело ни было, идти дальше. Девочка перенесла множество операций, упорно через слезы каждый день борется с болезнью. Поставить ребенка на ноги, потому что мы должны были это сделать. И мы – это наше желание. Лиза никогда не останавливалась. Ни дня без отдыха. Слово «жалость» не произносится в доме Консевич. Здесь считают, что это ни к чему. Я считаю, что если человек никуда не ходит, если он только в школу и ходит, если у него много свободного времени, то он не достигнет ничего в своей жизни. У меня нет времени, чтобы капризничать и жаловаться на жизнь. Девочка круглая отличница. К учебе относится серьезно и прилежно. Активно участвует во всевозможных мероприятиях. Занимала призовые места на конкурсах чтецов. Ходит на карате, в воскресную школу. Такой плотный график ей только в радость. Из года в год она получает у нас грамоты за отличные успехи. Девочка очень всесторонне развита. Такой силе воли удивляются родные и близкие, а ответственности, терпению, смирению, целеустремленности учатся у ребенка. В прошлом году девочка стала лауреатом премии общественного признания «Преград нет». Она твердо уверена, нужно заниматься любимыми увлечениями и обязательно всем, кому можно, помогать. Спешите делать добрые дела. Сердца друг другу чаще открывайте. И веточки в костер добра бросайте. Не бойтесь сами в нем сгореть дотла.